12 апреля по всей стране пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». И город Нефтекамск не останется в стороне. На этом масштабном мероприятии работодатели города представят более 1000 вакантных рабочих мест. И они готовы бороться за каждого специалиста. Профессиональные учебные заведения города, в свою очередь, расскажут выпускникам школ о вариантах обучения на востребованной профессии. Также будут работать точки притяжения. Вы сможете пройти профтестирование и определить склонность к той или иной профессии. Почувствовать себя профессионалом в очках виртуальной реальности. В точке притяжения «Мой бизнес» узнаете о тонкостях открытия собственного дела. А интересные мастер-классы наглядно продемонстрируют ваши возможности. Если вы ищете работу, студент, школьник, родитель школьника или студента, тогда ждем вас на ярмарке «Работа России. Время возможностей» 12 апреля с 10 до 13.00 по адресу город Нефтекамск, улица Победы, 11, дом молодежи.